Вскрываем коробку, список наименования, сувенир в автомобиль, подарочный сертификат. Достаем три пакета с содержимым: табачные миксы, угли, мундштуки, перчатки, зубочистки. Плита для розжига угля. Раскрываем раскладные лапки и ножки. Газовый баллончик. Вставляем в горелку, проворачиваем. Пьезоподжиг дает искру, не закрываем эту область. Подаем газ, нажатием инициируем искру. Устанавливаем угли. Даем прогреться 10-15 минут. Собираем кальян. Блюдце. Коннектор, который крепит блюдце к шахте. Чаша. Коллаут. Уплотнитель под чашу. Шахта, которая состоит из двух частей. Декоративная накладка, которая устанавливается на шахту. Шланг. Коннектор. Колба. Защитная сетка и щипцы. Собираем шахту, которая состоит из двух частей. Устанавливаем декоративную накладку, блюдце, сверху закручиваем коннектор. Наполняем колбу водой, чтобы шахта при установке погружалась на 1 см в воду. Не забываем уплотнитель под чашу и вкручиваем шланг. Одеваем перчатки, берем контейнер с табаком, легким движением руки заполняем чашу табаком. Зубочисткой раздрахляем и выравниваем табак. Устанавливаем сверху коллаут. Выключаем горелку. Щипцами перекладываем все 4 угля. Устанавливаем чашу. Защитная сетка. Даем кальяну прогреться несколько минут. И по вашему желанию выбираем 4-й уголь для приятного покура.